Как бесплатно остановиться в отеле? Ну, многие модели получают бесплатные отели, многие фотографы, как я, получают бесплатный отель. Скажем, например, когда я еду в Майами Swim Week, можно написать разным отелям, что или там, когда вы едете на Нью-Йорк Fashion Week, что вы, там, скажем, фотограф, вы модель, вы сделаете много фотографий, поставите их затаргаете, и это может принести им бизнес. Если они вам поверят и в ваших словах есть правда, у вас есть довольно-таки большой шанс получить это финансирование. По крайней мере, им, отелю это как бы особо ничего не стоит, если уже комната простаивает по-любому. Иногда, если у вас очень красивый контент, красивые фотографии, или вы интересны, у вас много подписчиков, то они на это соглашаются. Вы можете мне, если у вас есть вопросы на эту тему, можете написать мне на WhatsApp 1-917-82-25 или на email alexander@gurman.gmail.com. Спасибо.